have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и вот как-то вот так вот внезапно мы с вами сегодня начинаем с сдачи бутылок. Сдать бутылки, автомат, принимающий тару. В углу стоит автомат по приему тары, надпись «Одна бутылка 10 сантимов, сдать». Получили полреала, что уже круто. Бутылки проваливаются в автомат, наружу с приятной зоны высыпаются монеты, ты стал богаче. Я бесконечно этому рад. Хорошо. Так, нет, так-то 50 сантимов, это 50 сантимов. У нас уже, при том, что мы купили буквально полтора часа назад, два часа назад, мы купили плащ, вот этот вот дождевик за 4 реала. У нас уже 24. Ну, спасибо китайскому торговцу, конечно, чувак выручил нас на десяточку. Но мы можем оплатить себе ночлег, и у нас останется еще почти что 5 реалов. Так, пока мы не зашли внутрь, не оплатили ночлег, я все-таки хочу посмотреть, если у нас появились новые опции разговоров с вот этими вот ребятами. Я с дорогословному поэту, приветствует он тебя кивком. Я слышал, что среди шоферов есть женщина, но ее, похоже, тут нет. Ты знаешь про эту рулевую даму? Он переминается с ноги на ногу, и ему явно вдруг становится неуютно, потому он отворачивается. Я не хочу об этом говорить. Нет, да расскажи мне, пожалуйста. Черт, я надеялся, что это не она. Закусывает губу. Ну, могу только сказать, что сейчас ее тут нет. И что она вовсе не похожа на какую-то злобную наркокурьера. И что я не знаю, где она. Я уже спрашивал тех, кто занялся наркотиками. Ты сказал, не знаешь. А теперь выясняется, что знаешь? Да я не знал, дружище. Я же говорю, что надеялся, что это не она. Что она не будет в этом замешана. Верно. Ложь мы бы распознали, но доброе сердце — вещь сложная. А, это все эмоциональная риторика. Он что-то знал, но тебе не рассказал, и это факт. А, тут еще, возможно, он неровно дышит к этой даме, поэтому он не хотел навлекать на нее ложные подозрения. Ну, тут я не буду его в этом обвинять. Как ее зовут? Слава богу, я не знаю. Ее тут называют рулевой дамой. Свое имя она держала в секрете даже от меня. Теперь я понимаю, почему. Кто она тебе? Друг? Знакомая? Не знаю. Она была единственным человеком в этой чертовой пробке, с кем я мог поговорить. Я не хочу сдавать ее в руки закона. Понятно? Как она выглядит? Но он не хочет сдавать, он не скажет, как она выглядит. Женщина довольно молодая. Грубая, но по-крутому грубая. Какого цвета волосы? Крашеные, в синий и фиолетовый. Отвечает он неохотно. Когда она явилась сюда, были фиолетовые, а когда уезжала, синие. Тогда она могла их снова перекрасить. Когда она уехала? Черт, я не хочу. Он поднимает голову и глядит. Прошу, брось ты это все, чтобы она не сделала. Это не может быть так уж плохо. Она неплохой человек, я точно знаю. Мы не можем бросить. Это часть полицейского расследования. У вас всегда вот так, да? Все у вас часть расследования. Он качает головой. Этой девчонки свои тараканы. Если ее поймать, она может и не выжить. Я не могу брать такой грех на душу. До этого не дойдет. Мы не станем ее преследовать. Нам просто нужна информация. Я вам не верю. Но это правда. Я просто не могу, дружище. Я не настолько наивен. Ну что за тараканы? У нее в душе темнота. Та самая темнота, что бывает в юности, когда думаешь, что все кончено, ищешь путь выхода. Она вам это рассказывала? Да, и поэтому я не стану на нее стучать. Не говорили, что все ее боятся. Ты нет? Я слышал сплетни, я видел, как другие шоферы косо смотрят на меня, когда мы разговариваем. И да, она мне говорила, у нее была жестокая жизнь, но я не боялся ее, скорее боялся за нее. Это ее жестокая жизнь включала в себя перевозку наркотиков? Ну, вздыхает он.
Теперь-то похоже, что включала, но мы об этом не говорили. Мы говорили о жизни, знаешь ли. Она рассказывала о том, что творится у нее в голове. Творится в голове? Да, как работает ее разум, сколько проблем он ей приносит. Она оставила свой грузовик? Слушай, дружище, давай ты кого-нибудь еще будешь доставать такими вопросами. Ладно, тут полно других шоферов, которые терпеть не могли или боялись. Они с радостью ее сдадут. Он прав, у нас есть другие варианты. Расист, например. Седовласая женщина, может что-то, может она что-то знает. Погоди, сначала этот парень говорит, что они друзья, теперь знакомые, и он ничего не имеет против того, чтобы ее сдали другие? Кстати, да. Нет, может быть, просто его совесть не позволяет ему... Ну, я могу где-то это понять. Не хочешь руки марать? Слушай, я не хочу становиться палачом, но и рыцарем быть не желаю. Просто хочу спокойно спать по ночам, ну и немного славы мне тоже не помешает. Ну, вот так вот. Ну, ты же не станешь вышибать мне мозги, если все все же провалишь, все верно? Потому что она тоже на краю, дружище. Она подозреваемая. Я думал, ты не такой полицейский. Он смотрит тебе в глаза, и что-то ломается у него внутри. Где находится рулевая дама? Вот. Он достает из кармана брелок с ключами. Глядит на них и дает тебе молча. У него ключи были от тачки, блин! Чувак, извини, пожалуйста. Я серьезно, я не хотел вот этого. Там был вариант сломать его, вынудить. Я не хотел. Я думал, сейчас еще по кромке похожу, поспрашиваю тебя, и потом пойду к другим. Я не хотел его вынуждать. Эти ключи от грузовика. Тонкая работа. Похоже, там стоит замок с цепью. Он дает ключи тебе. Ее грузовик остался здесь, вон там, за статуей Филиппа. Машет он рукой в сторону памятника. Зеленая кабина. Это ключи от двери. Вот и все, что я знаю. Когда она пропала? Прошлую пятницу. Он моргает, и взор его становится наполовину пустым. Не знаешь, где она сейчас? Нет, я не знаю. Как ключи оказались у тебя? Она сама мне их отдала, потому что доверяла. Попросила отогнать грузовик, если пробка рассосется. Иначе... Не закончил фразу. Иначе другим шоферам придется отбуксировать его с дороги или вскрыть кабину. Он кивает. А если они попадут в кабину, что там найдут? Что-нибудь обличающее? Я серьезно сожалею. Ну, как бы, не знаю, у нас с ним сложились такие нормальные отношения. Извини, чувак. Не сомневаюсь. Ну, да, его уже словами не проймешь. Идем, Ким. Прежде чем уйти, Ким поворачивается к мужчине. Спасибо за сотрудничество, уважаемый. Я понимаю, что это было нелегко, но вы поступили правильно. Ты не думаешь так на самом деле? О, нет, думаю. Если бы не думал, то не служил бы в РГМ. Берегите себя, уважаемый. 15-я Индотриба. Мысль завершена. Единственное, что меня пока что в этом всем бесит, это вот маленький почерк. Потому что она и была. 15-я Индотриба состояла из 8 детей из Фобура и Северного Джемрака, которые бегали от диких псов из долины, прятали монеты под камнями и воровали вывешенное сушиться белье, а порой и медные провода телефонных линий. Возможно, ты был одним из них. Должно быть, это детское воспоминание. 15-я Индотриба была твоей Индотрибой. Намеревавшийся возглавить Астравали. Все остальные из нее погибли. Разбились или передознулись. Остался только ты. 10 сантимов за каждую проверенную зеленую сферу. Интересная мысль на самом деле. Так, обыщите кабину.
Дело в другом. Это, кстати, не та ли белая кабина, в которую мы заглядывали? А, нет. Нет, нет, нет. Это вот этот вот зеленый грузовик. А, это зеленый фаун. А, я. Контемпоран. Стоит в тени, возвышающийся над ним развалин. Он видал лучшие дни. Это тот, про который говорил нам наш парень. Лейтенант заглядывает внутрь. Ну, давайте попробуем заглянуть в окно. Стекла на боковых окнах затемнели и покрыты пылью. Ты с трудом различаешь контуры сиденья и двух рулевых рычагов. Подергай дверную ручку. Дверь заперта, ручка блестит, словно ее недавно поменяли. Этот замок не взломать. Владелец за ним тщательно ухаживает. Вся конструкция утоплена в двери. Ну да. Я не помню, у нас была возможность подойти к этой машине раньше или нет. Потому что вот эти первые две опции выглядят как возможность, когда подходишь к машине без ключа. Хорошо, открываем ключом. Ты вставляешь ключ в замок и поворачиваешь. Замок издает скрип, потом дверь приоткрыта на несколько, приоткрывается на несколько сантиметров. Если постараться, ты сможешь открыть. Тебе в нос бьют запахи сигареты и одеколона. Изнутри кабина оклеена старыми киноплакатами, актрисы улыбаются тебе со стен. Спереди стоит радиопередатчик, а под водительским креслом спрятан ящик с инструментами. Кое-какие из них валяются около педалей. Ну, давай по очереди. Плакаты. Это киноплакаты, изображающие старлеток из давно забытых фильмов 20 городов, 20-х годов, 10-х, даже конца прошлого века. У нас сейчас, кстати, если я правильно помню, 50-е, да? Угу. Хорошо. Один плакат привлекает твое внимание. Чего? Инженю на постере журнала, прикрепленном прямо над задним сиденьем. В горьком воздухе кабины чувствуется запах одеколона. Пряного с мускусными нотками гибискуса. Мускусные нотки гибискуса. ЁПРСТ. Ладно. Нюнечку, что это за запах? Остатки одеколона со сладким запахом можжевельника. Вероятно, это гранат номер 5. Шанель номер 5. Гранат номер 5. Изучить постеры. Актриса одета в облегающее платье, обнажающее плечо. Поперек плаката, выцветший от времени автограф. Она смотрит мимо камеры. Постой, кажется, она напоминает тебе кого-то из твоих знакомых, но ты не можешь точно сказать, кого. Это Типпи Тижон. Старлетка времени зари кинематографа. Запомнилась она не талантом, а трагической безвременной смертью. И что с ней случилось? Она умерла в наркотическом притоне «Дверь к реке» на Буки-стрит, недалеко отсюда. Смесь кокаина и морфия. Мир пугал ее. И камеры тоже. Хорошо, довольно плакатов. Актрисы и редкие актеры тепло улыбаются тебе на прощание. На потенциальной... На центральной панели закреплен радиопередатчик, спрятан ящик с инструментами. Ну, радио. Или радио, давайте... Ну ладно, радио. Я не буду, похоже, по нему разговаривать, поэтому... Похоже, что тут нет ручки настройки. Чтобы радио работало, нужен ключ, но ключа нет. Очевидно, он остался у неизвестно куда подевавшейся рулевой дамы. То есть ключ от двери и ключ от зажигания. Ну, это разные, это понятно, что в таких автомобилях, скорее всего, это разные ключи. Хорошо. Ким склоняется к радио, бормочет себе под нос. Странно. Тут сохранены только радиостанции, их больше сотни. Это точно. А что насчет Speedpunk FM? Есть тут такая радиостанция? Ким, это же твоя радиостанция любимая, ну? Нет, она на 78,9. Он замолкает, неловко кашлянув. Приподнять брови. Что? Да, я помню, на какой волне это радиостанция. Мне не стыдно в этом признаться. Ну, хорошо, на здоровье, чувак. Я рад, что ты слушаешь эту станцию. Зачем кому-то столько радиостанций? Чтобы общаться со всеми остальными дальнобойщиками, например, щелкает он переключателем радио. Тут только короткие волны и УКВ. Похоже, мы имеем дело с настоящим организационным центром.
нервным узлом масштабной операции и раскинувшейся на большие расстояния. Как минимум 20 километров, а может и больше, если прикинуть прикрепить антенну, которой сейчас тут нет. Можем что-нибудь сделать с радио? Вряд ли. Без ключа настройки она все равно работать не будет. Хорошо. Хорошо. Панель. А, педали. Что-то панель. Так, ты втискиваешься под приборную панель, чтобы получше рассмотреть. Похожие инструменты, которые тут валяются. Молоток, плоскогубцы, ржавый гаечный ключ. Набросал на пол неаккуратный шофер. Но одна странная деталь привлекает твое внимание. На педаль газа наклеена наждачная бумага. Помните, у нас следы возле дерева. Один след был очень странный, как будто одна подошва очень сильно сточена. Или человек хромает, или же Ким предположил, что это может быть водитель, который часто давит на педаль. На педали наждачная бумага. Погодите, я думаю, что это связано. Наждачная бумага помогает ноге не скользить. Похоже, этот шофер наклеил на педаль газа наждачную бумагу, чтобы не скользила нога. Наждачную бумагу? Переспрашивает лейтенант. Интересное решение. Наждачка должна была стереть узор с подошвы правого ботинка водителя. Да! И ему нравится, к чему ты клонишь. У следов одной из пар обуви на месте преступления была необычная особенность. Одна подошва была более гладкая, чем другая. Что означает, что наша пропавшая рулевая дама присутствовала на расправе. Загораются глаза лейтенанта за стеклами очков. И она же занималась торговлей наркотиками. Полный набор. Сперва торговля наркотиками, потом это, насколько глубокая эта кроличья нора. Да, полный набор. Одни следы мы опознали, осталось еще 7. Лейтенант записывает что-то в своем блокноте. Кинозвезды все еще улыбаются. Спереди стоит радиопередатчик. Так, так, так. Хорошо. Ящик. Я думаю, что в ящике наркота. Ставлю на это. Из-под сиденья выезжает мой электрический ящик. Он пуст, если не считать сложенные газеты. Развернуть газету. Этот номер... Переперике за прошлую среду на пол падает листок бумаги, который был спрятан между страниц. Да, хорошо, что я это тронул. Подобрать бумажку. Похоже, что это статья, вырванная из журнала для радиолюбителей. Сложные математические уравнения описывают основы чего-то, что называют система частота УЛАН. Лейтенант выглядывает у тебя из-за плеча и читает заметку. Система частоты УЛАН, в первый раз слышу. Я знаю ФМ, АБ, УКВ, но он замолкает, погрузившись в размышления. Задвинет выдвижный ящик с инструментами. Въезжает на место, все остальное по-прежнему. Радио, плакаты еле различимы. Так, закрыть. Закрываешь ржавую дверь старого грузовика. Отлично, я думаю, мы ничего не упустили. Можно вас на пару слов, детектив? Он отходит от грузовика, прежде чем мы вернемся к Джойс, завершить беседу. Конечно, дружище, давай поговорим. Ладно, тут закончили. Давайте проведем быстрый дебрифинг, обсудим, что нашли, чтобы не возвращаться к этому при представительстве компании. Похоже на стандартную полицейскую процедуру, Ким. Что ты во всем этом думаешь? Честно говоря, порядком обеспокоен тем, что мы увидели. Все улики говорят о масштабной, хорошо организованной операции. Особенно заинтересовал меня тот радиопередатчик, вернее, огромное количество станций, по которым он подключается. Похоже, это предполагаемые наркоторговцы создали гигантскую сеть. Это означает, что хорошее финансирование. Такие технологии, их наверняка спонсирует какой-то крупный игрок. Не знаю, что это за частоты УЛАН, но это может оказаться важным. Возможно, это наиболее оптимальный способ связи между грузовиками, который позволит избежать утечек на частоты. Или, может быть, они используются для подключения к сетям РГМ. Плакаты вряд ли.
каким бы интересными они ни были, не думаю, что они имеют какое-то отношение к наркоторговле. Не глупи, желание всегда играет свою роль. Может, киноманом был? Да, но он больше ничего не произносит. Да, как с профсоюзом связано. Мы не нашли никаких доказательств. Это его причастности к контрабанде. Однако я не думаю, что Эврар Клэр закрыла бы глаза на то, что происходит прямо здесь у нее под носом. Предлагаю использовать это против профсоюза при любой подвернувшейся возможности в собственных целях. Ситуация довольно скользкая, но, возможно, нам удастся зайти с другой стороны и припереть их к стенке рано или поздно. Вкратце, это задел на будущее. Возможно, хороший. Мы начнем расследование? Нам следует вернуться к делу об убийстве. Посмотрим, что Джойс расскажет про самосуд. Когда закончим все дела на сегодня, я позвоню в участок и предложу нашему отделу по борьбе с оборотом наркотиков заняться этим. Хорошо, годится. Оснований для официального расследования более чем достаточно. Займемся этим позже, когда закончим здесь. Очень не хотелось бы увязнуть в этом деле, он задумывается. А что сам думаешь? Сам факт того, что его до сих пор никто не начал, заставляет меня задуматься. Я имею в виду расследование, особенно если в деле замешана группировка Мадре. Я не могу поверить, что они тут ни при чем. Действительно настораживает. Коррупция? Он кивает. Как бы то ни было, мне не нравится идея передачи этого дела в отдел внутренней безопасности. Это вряд ли кому-то поможет. Ладно, закончим? Закончим. Он кивает. Прошу вас. Вот как вырисовывается-то, а, Карл? Коррупция. Блин! Я забыл! ЁПРСТ, мы же вчера могли прийти к... Ах ты ж! Надо сегодня не забыть... Ну, блин, сегодня. Сегодня закончится через 5 серий. Курильщик на балконе. Нужно было прийти к нему после 21-го. Я провтыкал. Чёрт! Ай. Ничего, спасибо. Она там, она нам уже ничего не расскажет. Я думаю, что расист нам тоже уже ничего не расскажет. Ну, к расисту я все равно еще зайду на минуточку. Друг, извини, что так получилось, но ты прям сильно помог. Да, блин, нет. До свидания. Хорошо, значит, давайте сейчас на причал. О, дождь опять пошел. Хорошо, что мы все-таки этот дождевик купили. Дуем на причал. Блин, как я провтыкал, мне аж сейчас... Ну-ка, какая-то интересная мысль. Похоже, это эротическая литература. Блин, почему я подумал про это здесь, а мысль высветилась там... Ну, как бы ладно. Ох. Пролетарка. Ты видишь грузную женщину, что-то бормочущую себе под нос. Кажется, она просматривает книжки. Интересно? Ага, здравствуйте. Кивает она, не отвлекаясь точнее. А кто вы такая? Я? Она на мгновение поднимает на тебя глаза. Особо никто, обычный работяга. Если она работает, то почему не на работе? Кстати, да. Ну, не все же время. Сейчас я вот книжку смотрю, она делает паузу. Даже пролетарка иногда хочет почитать. Фантастика. Весьма. Я полицейский. Знаю. Вот хорошо. Она отворачивается от тебя обратно к набухшим от влаги книгам на полках. Вам нужна? Зачем? Она старается не отвлекаться от книжных полок. Зачем? Да, по множеству причин. Например, люди постоянно пропадают. Может, у вас муж пропал? Муж? Нет, ничего подобного. И где же он тогда? Понятия не имею. Может, дома, а может, с дружками своими бухает, а может, и на работе. К чему клоните, офицер? Иными словами, вы не знаете, где ваш муж. Да, но... Она оглядывается вокруг, делает глубокий вдох, она немного раздражена. Мне и не нужно знать, где он.
Не следить же мне за ним все время. И что, даже не хотели бы узнать? Нет, отвечает она, глядя тебе в глаза и беспокойно притопывая правой ногой. Ладно, я вообще наплевать, что у вас муж пропал. Что вы заладили, никуда он не потерялся. Тут наверняка что-то еще, иначе зачем бы так расспрашивать? Ладно, пока. Женщина кивает, возвращается к чтению. Может быть, там реально что-то есть, но я просто физически ощущаю неуют от разговора с ней. Не знаю почему. Черт с ней, фиг знает. Так, яхта. Мы вообще таким договаривались изначально, что мы что-то выясним и не будем с ней делиться информацией, не так ли? Блин, ладно, пойдемте поговорим. Тем временем, кстати, 10:30 уже. Итак, вернулись? Хорошо, она смотрит на подернутую рябью поверхность воды. Чем могу помочь? Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы просить зонт. Я ими не пользуюсь, как видите, она поглаживает мокрый плащ. Дождь и не думает останавливаться. Капли падают на доски палубы, на котором она стоит, и вода вокруг. Мне бы такой плащ тоже не помешал. Дождь просто ледяной. К сожалению, этот плащ нужен мне самой. Он непромокаемый, отталкивает воду, словно по волшебству. Такие плащи выпускают для работников морских платформ. Очень надежная вещь. Она еще раз проводит рукой по тканям. С дождем я вам помочь не могу. Зато могу ответить на пару вопросов. Разговоры всегда помогают скоротать время в дождливый день. Вопросы по поводу реальности? 3%. А что это? Девушка в лохмотьях старухи? Да. Похоже на мрачного бунтаря, последователя с какой-нибудь подростковой инфракультуры. Инфракультуры? Да, мы с вами принадлежим к суперкультуре. Мы обычные люди стада. Музыка по радио, еда из сетевых ресторанов. Это все слишком модно для такой девочки в лохмотьях старухи. Она предпочитает мир фантазии, инфракультуры, с собственными дресс-кодом и языком. Боюсь, это лишь иллюзия. Ей никуда не уйти от суперкультуры. Ладно, теперь объясни, что... Представьте, что объяснять то же самое ребенку. Ну-ка, давайте так. Молодые люди, что красят волосы в яркие цвета и одеваются как пенсионеры, просто очень глупы, а их жалкие бунтарства обречены на провал. Она прерывается, чтобы неторопливо сделать большой глоток чая. Ладно, что вам дальше? Внезапно ты начинаешь сомневаться, что сам принадлежишь к суперкультуре. Она удивленно округляет глаза. И что же это за часть такая? Полицейская культура. У нас же, типа, есть полицейская волна. Почему бы нет? Диско! Я не знаю, просто чувствую это. А, да, полагаю, это главное. Что до меня, я скорее была увлечена новой волной. Новая волна? Ну да, новая волна, новая эра, эра культуры. Так называются 30-е десятилетия, когда все восторгались этим течением. Оно пришло из послереволюционного ревашоля и было таким ультралиберальным. Как вы, наверное, догадываетесь, новая волна принесла с собой бесконечные вечеринки, шампанское всех цветов радуги. Судя по всему, ваше совершеннолетие пришлось именно на этот период. Что ж, она приподнимает бровь и смотрит на тебя. Понятно, давайте тогда вернемся. Весело, хотя совершенно ничего не помню. Кажется, Гьем Лемьон сказал как-то, если ты не помнишь новую волну, значит тебя в ней не было. Постой, Гьем Лемьон как раз про него вспоминал. Что с ним случилось? Ах, да, она выглядит неуверенной. Это не очень-то связано с основами реальности, не так ли? Я хотел бы знать. Я не до конца уверена, но полагаю, он умер от осложнений, вызванных венерическим заболеванием. Не исчез, рассыпавшись... Каким же? Всеми.
Ладно. Боюсь, что нет, однако никогда нельзя знать наверняка. Это все элементы его мистического образа. Спросите у кого-нибудь другого, возможно, вам расскажут более радужную историю, которая шампанское льется рекой. Так. Так, хорошо, подводя итоги. Спасибо. Закончить. Я поговорил с водителями. Да, у меня есть... получается, 70 опыта. Есть, очко навыков пришло. Да, у меня есть глаза в порту, так что мне уже сообщили об этом. Что вам удалось обнаружить? Погодите-ка. А где конкретно эти... Она не скажет, блин. На данный момент мы обнаружили... ладно, спрошу. Это не важно. Прошу прощения, что пришлось установить за вами слежку. В такие времена, как сейчас, Wild Pines должны... оставаться в курсе происходящего. То есть, если бы мы решили ей ничего не говорить, нас бы все равно сдали. Черт. Ладно. Скорее всего, в одной из высоток окна, которые выходят на перекресток, оттуда можно следить за всем кварталом. Понятно. Как бы то ни было, я рада, что хоть кто-то занялся этим делом. Скажите, будет ли официальное расследование? Полагаю, вы убедились, что есть контрабанда, что сеть контрабанды действительно существует. Если расследование начнется, оно будет проходить в рамках текущей операции. А следовательно, информация о нем не подлежит разглашению. Я думаю, это понятно. Разумеется, детективы, произносит она, и ее тон внезапно становится более сдержанным. Как бы то ни было, свою часть договора вы выполнили. Я верю, что и остальные вы в остальном мне не подведете. Теперь моя очередь. Я не стал бы нарушать протокол таким образом, но этого требует ситуация. Я боюсь, если вы не найдете убийцу, это приведет к страшной резне. Ого! Вы сказали, резня? Да, боюсь, забастовка может перерасти в локальную гражданскую войну, последствия которой скажут на всем западном Ревашоле. А раз уж вы решили поделиться с нами своими мыслями, для РГМ это также самый плохой вариант развития событий. Значит, мы одинаково оцениваем обстановку. На мрачной она бы не была. Так, объясните еще раз, давайте. К сожалению, это отчасти и моя вина. В какой-то момент мой работодатель разуверился в моих силах. Компания решила привлечь частного военного подрядчика, чтобы подстраховаться. Они назвали это моей охраной. Кратковременная потеря веры? Охрану решили привлечь после того, как я передала им первоначальные требования профсоюза. Каждый рабочий... Член правления, кивает она, я пыталась убедить работодателя, что это лишь демагогия или вообще шутка. Но они не оценили юмора. Вам нужна охрана? Нет, конечно, наемники это просто гора мускулов, грубая и примитивная сила. Их цель запугать профсоюзы, заставить отступить. Погоди, может быть вон тот чел перед воротами не твой протеже? А кто они вообще такие? Кренель — это аранская военная компания. Насколько мне известно, трое ее сотрудников прибыли в Мартинес. Они периодически выходят со мной на связь, но не подчиняются мне напрямую. Честно говоря, наши отношения становятся все более натянутыми. Керамическая броня, полуавтоматическое оружие, богатый опыт участия в военных действиях. А в довершение к этому острое посттравматическое расстройство и абсолютное непонимание, как себя вести в мирной жизни. Так что же произошло? История такова. Один из них полковник. Настоящее имя мне неизвестно. Домогался какой-то местной женщины. Он был пьян. А сослуживцев рядом не было. Это позволило наиболее воинственно настроенным членам профсоюза схватить его. Его вытащили во двор за танцами в тряпье и повесили. Это произошло в воскресенье ночью. Теперь мы знаем, кто повешенный. Что потом? Ничего. Господин Клэр отказывается пропускать меня в порт, так что мне не было возможности ни с кем обсудить. Остальные два наемника Кринель продолжают выполнять приказы. Пока что. Пока что? Это лишь прикрытие. Они проводят тайное расследование для независимого трибунала. Так, значит, для независимого трибунала и отношения этого самого суда. Как только они завершат его, последует наказание. То есть у нас перегонки, получается, с этими военными? О, каков характер этого так называемого расследования?
Они решают, что принесет, кто понесет наказание. Один, несколько или все, или все воинственно настроенные активисты профсоюза. Ну и кашу вы тут заварили. Давайте объединим. Вы видите, несерьезно, правда? Эти люди убийцы. Я лишь надеюсь, что вам удастся найти конкретного подозреваемого, прежде чем они выберут его на свое усмотрение. Проще говоря, с этими словами она хватается за грот. Если в ближайшее время вы не найдете достойного виновника, они точно обвинят всех участников самосуда и приведут наказание в исполнение. Профсоюз, в свою очередь, будет вынужден принять ответные меры. У дебардеров более 2000 человек, соотношение сил будет 1000 на одного. Лейтенант, вы когда-нибудь видели, как шершень разоряет пчелиный улей? Это она отклоняет взгляд. Капитан, картина не из приятных. Сирийский шершень, второй по величине насекомое в мире, за минуту способен убить 40 пчел. Группе из 30 шершней понадобится менее 4 часов, чтобы полностью уничтожить улей из 20 тысяч пчел. Наемники работают парами, используют полуавтоматическое и автоматическое оружие. Их броня практически неуязвима для дульнозарядного оружия, даже такого, как ваше. А большинство членов профсоюза вообще не вооружены. Дульнозарядное оружие необходимо перезаряжать после 1-2 выстрелов, а автоматическое раз в 1-2 минуты. За мгновение она умолкает, а затем заканчивает мысль резня, как я и говорила. Вот так вот, наверное. Знаете, что безымянный детектив гражданской милиции, не обремененный удостоверением, ее глаза слезятся от ветра, когда она смотрит на тебя. Слишком многое уже пошло не так. Так, что вы знаете о Кренеле? Немного. У них довольно неплохой открытый послужной список, по крайней мере для частного военного подрядчика. Кажется, раньше эта компания называлась Downwell. Ну хорошо, хоть не Даунволл. Они могут похвастаться большим количеством клиентов. Сен-Батист, Вильхам Лоренс, Эйндракт. Правда, настораживает, что все перечисленные операции проходили в странах третьего или четвертого мира. Охрана объектов, сопровождение и прочее. Значит, они обычно работают в зонах боевых действий. Да, во всех точках конфликтов. Супрамунди, Есуц, Семенинские острова, в странах, где неприятно не принято жаловаться на зверское поведение военных на своей земле. Возможно, полковник повидал там всякого. Я бы воздержался от таких слов, детектив. И что, выражение не понравилось? Ладно, что вы еще о них знаете? К сожалению, ничего. Пока не случилась вся эта история, они меня не очень-то интересовали. А теперь уже у меня просто недостаточно ресурсов, она задумывается. Если у вас все еще есть доступ к базе данных МПС, вы наверняка найдете там намного больше информации, чем получилось бы у меня. Хотя это может занять некоторое время, она задумывается. Международная союзническая полиция, МПС. Почему тут МПС, а тут МСП? Ну ладно. Несет ответственность за координацию правоохранительной деятельности в сложных международных расследованиях. Их база данных – единственная в мире источник, содержащий такие крупные массивы информации. А вы неплохо осведомлены о внутренней кухне РГМ и МПС. Моя работа требует подобного ознакомления. Я была готова к тому, что придется работать с РГМ. Однако я даже подумать не могла, что предстоит иметь дело с такими, как Кренель. Можете связаться с компанией, отозвать их? Я уже связалась, отряд будет отозван. Однако на то, чтобы приказ дошел до фактического управляемого в данный момент отряда, может потребоваться время. И пока они не получили этот приказ, разбираться придется вам. Надо мне лжет. Прикладывая силы ради успешного исхода. Хо. Вы сказали, что погибший напал на женщину? Напал или не нападал, она наклоняет голову на бок. Эту информацию получили от подростков,
что болтаются у канала, я не могу ее подтвердить. Если у тех двух дебилов, ну ладно. И кто же ее получил? Остальные наемники, их трибунал, это то, что, по их мнению, произошло. И что же сказали подростки? Они говорят, что мужчину убили из-за того, что он напал на местную. Я поспрашивал в округе, но, похоже, в Мартинесе все придерживаются именно этой версии. Лейтенант, сверяясь со своими записями, сосредоточенно хмурится. Странно, у нас нет никакой информации о нападении, связанной с линчеванием. Где оно произошло и когда? Вечером прошлого воскресенья в танцах в Трепье. Это гостиница рядом с портовыми воротами. Поклонник был предположительно пьян и, возможно, под воздействием наркотиков. Как бы то ни было, его обвиняют в том, что он домогался какой-то женщины. Позже, тем же вечером, он попал в руки каких-то портовых рабочих. А что это была за женщина? Хороший вопрос, детектив. Не имею ни малейшего понятия, как я и говорил, это лишь слухи, которые повторяют другие слухи. В любом случае, это то, что случилось по мнению остальных сослуживцев полковника. Вы его знали, этого полковника? Я видел его живым, если вы это имеете в виду. Имейте это в виду, однако я не знал его. Его звали Лели. Это его служебное имя, вероятно, позывное. Свое полное имя он бы не стал раскрывать. Лишь один из них назвался полным именем. Дурной знак, хуже не придумаешь. Давай об остальных. Один Кортик, так они его называли, тоже позывной. Женщина Филлис де Поль. Кортик у них стрелок, я полагаю, Деполь радистка. Еще одна женщина добавилась в список, понятно. Лейтенант вступает в разговор. Вы помните, какого цвета у него, у погибшего были глаза? Она закрывает глаза, пытаясь вспомнить лицо этого человека, затем качает головой. Я не помню. В ее голосе чувствуется горечь сожаления. Лейтенант проверяет ее. Сначала спрашивает о небольших деталях, чтобы понять, были ли они знакомы лучше, чем она утверждает. Проверка пройдена. Ничего страшного. Что-нибудь еще? Национальность. Как думаете, сколько ему было лет? 40 или 50. Сложно сказать. Точнее, в одном из боев он повредил нижнюю челюсть, из-за чего теперь трудно оценить его реальный возраст и понять выражение лица. Что-нибудь еще? Национальность, акцент. Думаю, он был с акцидента. Русые волосы, смешанный акцент, аранский или, может, мессиинский. Из-за травмы у него появился какой-то собственный акцент. В каком-то смысле даже сделал его более человечным. Ему пришлось научиться говорить вопреки этому, вопреки повреждению. Он кивает. Боюсь, это все, что я знаю. Я видела его всего один раз. И где сейчас остальные наемники? Залегли на дно, если можно так сказать. Не рекомендую их искать. Она ставит ногу на защитный трос, чтобы удержать равновесие. Прежде всего, потому что они наверняка вооружены до зубов. Ну, понятно, если под них начнут рыть, они начнут сопротивляться. В отличие от меня, они не питают особого уважения к Кривошольской гражданской милиции. Честно говоря, они считают вас вигилантами, дикарями из трущоб. Не думаю, что ваше взаимодействие было бы плодотворным. Хорошо, пока постараемся держаться подальше. Самое логичное. Сколько у нас времени? Пока они не начнут приводить наказание в исполнение, честно говоря, не знаю. Зависит от того, как быстро они найдут линчевателей, от того, насколько у них хватит терпения. Они не докладывают вам о своих успехах? Я думаю, что нет. По данному вопросу нет. Боюсь, для них это личная инициатива. Она на мгновение умолкает, над заливом раздается крик чаек. Счет не на неделе, а на дни. На этом все. Спасибо. Мне жаль, что приходится сообщать вам такое. Если могу еще чем-то помочь, да, спасибо. Так, мне нужен еще один слот. И туда мы запихнем расовую теорию для того, чтобы ее выучить, пройти и забыть. И потом в этот слот мы запихнем что-то другое. Попробуем с этой теорией пожить немножечко. Хорошо. Так. Это офигеть, как меняет дело. Да блин.
Теперь я могу, кстати, дофига бутылок понасобирать. А я не могу, погодите, я не могу разрезать эту штуку. У меня же есть, вот, инструмент. С инструментом все получается лучше. Так, нет, ладно. У нас появилась новая одежда. Ты у нас кто? Военно-морское пальто. Сумрак минус один, внушение. Это у нас вместо дождевика. Погоди. Хотя, может, оно тоже непромокаемое, но погоди. Блин, у меня опять иконка зависла. Ну, круто. Теперь по старым локациям нужно ходить с учетом того, что я могу нарыть в бутылку. За все. Это деньги, ничего не знаю, ребят, это деньги. Фига себе поднял. Я не могу эту бутылку поднять, ладно. Мне вообще не стыдно, так что это... Так. Мне бы на самом деле снять бы вот этого парня. Повешенный. Валим отсюда. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Патроны. Количество патронов один. Как это круто. Я думаю, тогда будем на этом заканчивать. Мы сейчас с вами вплотную подобрались... Жаль, что курсор зависает. Вплотную подобрались. В общем-то, да, моя теория о том, что вот эта женщина, она та самая рулевая, это ошибочно. Скорее всего. Но она явно с этим чем-то связана. Ее можно будет потом, возможно, припереть. Потому что наркоторговля и все дела. Хорошо, все, ребятки, займемся тогда этим в следующей серии. Пойдем оплатим себе ночлег. Наконец-то поговорим с вот этой вот барышней. Поговорим с представителями профсоюза, с рабочими. Надеюсь, это все не закончится мордобоем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.